Муравленко начался сезон дорожных работ. Общая протяженность участков улично-дорожной сети, запланированных к ремонту, в этом году составляет более 6,5 километров. Реконструкцию, капитальные и текущие ремонты проведут на 11 объектах. По 10 из них аукционы уже проведены, с подрядчиками заключены муниципальные контракты. Подрядные организации уже закупили основные строительные материалы и в рамках графиков приступают к запланированным ремонтным работам. Специалистами управления коммунального заказа проведен входной контроль материалов, выданы разрешения на производство работ и работы начаты уже на улице Ленина, на улице 70 лет Октября, на улице Ямальская и подъезд номер 2. На улице Ленина предстоят, пожалуй, самые масштабные работы. На участке от перекрестка с улицей Украинских строителей до Губкина техника зашумела 24 апреля. Это очередной этап реконструкции главной магистрали города протяженностью 410 метров. В рамках реконструкции планируется полный демонтаж дорожного покрытия, ремонт земляного полотна, замена дорожных плит, дорожной одежды, расширение проезжей части, устройство водоотводных лотков, нового уличного освещения и озеленение территории. Реконструкция на Ленина будет проводиться до конца лета. Движение на обновленном участке планируют возобновить до 30 сентября. На сегодняшний день мы уже произвели демонтаж уличного освещения полностью, произвели фрезерование, то есть демонтаж асфальтобетонного покрытия. Сейчас происходит его вывоз на базу заказчика. Также демонтировались бордюры, ограждения, дорожные знаки. Организация полностью снабжена 100% материала, то есть никаких отставаний, согласно графику, у нас не предвидится. Работа кипит и на Ямальской. На участке от Тюменской до автомобилистов движение на время ремонта не перекроют, а ограничат по полосам. Демонтажные работы уже идут активными темпами. Уже было произведено фрезерование. Также сейчас происходит демонтаж плит. Одну полосу полностью вскрыли. Переложим плиты. Будет у нас тут около 82 новых плит. Все остальные будут бэушные. Будем перекладывать. Материалами, в принципе, вот он полностью обеспечен. Следуем согласно графику производства работ. А на 70 лет Октября в этом году капитально отремонтируют участок от Нефтяников до Муравленко. Дорожники установят ливневки, уличное освещение, отремонтируют тротуары. Территорию озеленят, появятся и новые автобусные остановки. На сегодняшний день подрядная организация «Общество с ограниченной ответственностью Линар» приступила к выполнению работ. Производятся демонтажные работы. На сегодняшний день идет фрезерование асфальтобетонного покрытия и демонтаж дорожного ограждения. Всего в этом году в городе планируют отремонтировать свыше 6,5 километров дорог. В эти объемы входят участок на Муравленко от 70 лет Октября до Российской, внутриквартальный проезд в микрорайоне Лазурном от Ленина 107 до Пионерской 22. Работы проведут и во дворе домов 3 и 7 по улице Украинских строителей. Текущий ремонт пройдет на 7 объектах. В частности, на втором подъезде от Украинских строителей в сторону трассы Сургут-Салехард дорожники уже приступили к демонтажным работам. Алена Гафарова, Сергей Лукович, новости Муравленко.